Необычную соловьиную карту Иваново составили студенты биолого-химического университета ИФГУ. Они предложили жителям города поучаствовать в подсчете певчих птиц. За несколько недель ивановцы насчитали почти 250 особей. Слышали соловьев в разных частях города, причем не только на окраинах, как, например, в Булиной и Минееве, но и в центре города, где много зеленых насаждений. Первый раз подобная акция была проведена в Воронеже около 15 лет назад. Ивановских соловьев считали впервые. Главная цель акции – это привлечь внимание людей к проблемам экологии птиц. Вот. И так как соловьи – наиболее узнаваемые птицы, поэтому решили провести учет именно его.